Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Госдума завтра рассмотрит вопрос о санкциях против Польши. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что завтра Совет Госдумы рассмотрит вопрос о принятии экономических санкций в отношении Польши. По словам Вячеслава Володина, Польша обязана вернуть России территории, которые она получила от нее, и выплатить рекордную в истории денежную компенсацию. Спикер Госдумы отметил, что Польша как государство продолжает существовать лишь благодаря построенной советскими инженерами и специалистами промышленности и созданной с помощью нашей страны энергетической и транспортной инфраструктуры. Послевоенный период СССР, по оценкам Вячеслава Володина, потратил на экономическое восстановление Польши 750 миллиардов долларов. Указанные средства пришлось вложить в создание на территории указанной страны свыше 800 объектов промышленности, энергетики и транспорта. Поскольку действующее руководство Польши заняло откровенно антироссийскую позицию, предало историческую память и забыло о том, кому обязано было освобождением от фашистов, Россия вправе требовать возврата потраченных ранее средств на восстановление этого государства в полном объеме. Россия также вправе требовать возврата подаренных Польше земель. Советский Союз уступил Польше по окончании Второй мировой войны Белостокскую область, на территории которой проживали белорусы, и 5 районов Львовской области. Помимо этого, к территории Польши отошли несколько земель, принадлежащих ранее Германии. В результате территория Польши увеличилась в размерах на треть в сравнении с довоенным периодом. Однако действующие польские власти продолжают считать, что советские войны не освободили Польшу от Германии, а воевали в союзе с немцами и грабили эту страну, а освобождали ее исключительно сами поляки. Именно по этой причине польские власти заявили о требованиях к России по выплате репараций и развернули в стране масштабную кампанию по уничтожению исторических памятников советским солдатам. Вячеслав Володин также сообщил, что Госдума рассмотрит вопрос о запрете проезда польских фур через территорию России. Польские транспортные компании больше не должны зарабатывать на перевозке европейских товаров в нашу страну. По оценкам спикера Госдумы, запрет транзита польских фур через российскую территорию обернется ущербом для польской экономики в размере 8,5 миллиардов евро. Это немало, учитывая, что суммарные доходы польского бюджета в прошлом году составили 130 миллиардов евро.